Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я отправляюсь со своими коллегами к своей коллеге, к Ларисе, отмечать 1 мая. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, поехали! Друзья, я еду, я в пути. Хочу показать вам перекресток, на котором я сломался в тот раз. В общем, еду дальше. Итак, друзья, сейчас я приехал за Светланой. Сейчас я ее заберу. И мы поедем к другой коллеге. Ее звать Инночка. Заберем Инночку. И поедем мы все вместе, хором, дружной компанией, веселой, позитивной, к нашей любимой Ларисочке. И начнем гулять по-русски. Шашлык, мангал, лес, поляна, речка. В общем, будет круто. Не переключайтесь, не перематывайте. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. В общем, как-то так. И всех вас с праздником. Всех люблю, люблю, люблю. Здравствуй, Москва! Здравствуй, 1 май! Друзья, ну что, я встретил Светика. Сейчас вот мы направляемся в сторону машины. Мы бежим, бежим, бежим. Немножко опаздываем, надо забрать нам Инночку. Вот. А так все супер. Так что побежали. Вот идет наша красавица Инночка звезда Ютуба. Привет! С праздником, друзья! Ну вот, ну что, встретил, значит, я сейчас Инночку. Светика уже встретили. Так, сейчас направляемся к Ларисе. Так что до встречи. Друзья, ну что, мы приехали, мы уже в литр стали, вот припарковались напротив магазина, солнце светит, я не могу открыть глаза, какой-то ужас. Кошмар, как тепло и хорошо. Ну, жарко вообще, сегодня третий день жары, и вообще мы очень рады, что такая шикарная погода. Сейчас пойдем в магазин, купим продукты и встретим Ларису. Так что до связи, не переключайтесь. Будет очень весело, все. Любим, любим. За вырванные воды. Друзья, ну что, мы приехали к Ларисе. Лариса нас встретила. Вот мы уже суетимся. Лариса уже приготовила салаты, уже все. Вот Светик сидит, красавица наша. Инночка, думаю, овощи. Вот, в общем, такая света легкая, света приятная. В общем, все, работаем. Сейчас скоро поедем. У Ларисы есть вот такие вот красивые дети. Это вот такса. Это овчарочка. Вот такие классные. Старая овчарочка. Помолодцы. По-моему, у Ларисы есть еще кошка. Симона звать. Симона. Это Дуся пришла. Дуся, Дуся ревнует. Ну, вот такая красивая. Это Симона. 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 А где Гая? Гая, где Дуся? Гая, где? Где Гая? Друзья, ну что, вот мы потихоньку выбираемся на улицу. Вот Ларисон идет, Светик идет, значит, несут еду. Не, у меня серая. Серая. Вот девочки мои все вышли на улицу. Сейчас будем затариваться в машинку. И поедем на шашлыки. Вот так вот. Друзья, ну что, мы приехали в лес. Сейчас я вам покажу Инночку. Инночка несет пакеты. Инночка, да, посмотри. Несу уголь, рожи, кушать нам. А куда надо идти? Нам сказали прямо. Вот прямо. Вот я сказала сегодня только налево. Денис, ты что? Я направо хожу. Кто налево, кто направо. Идем до конца, Алина, прямо. Этот снимает. Да. Всем привет, скажите. Всем привет. Привет, привет. Руки заняты. Выставляет. Короче, кто в розыске, все. Не поставьте. Тебе тоже завтра заберут. Он там далеко-далеко идет. Светик. Вот там вот наша собачка вон делает свое дело, делает. Там вон, еще одна. Вон там третья подходит. Вон Лариса идет. Сумки несет. Значит, весело, как всегда, позитивно. Инночка идет. Так, а Светик наш, как всегда, последняя идет. Вот. Светочка вот. Сегодня в нирване. Вот.
Как-то так. Будем сейчас отдыхать, веселиться. Вот я, конечно, не буду ничего пить за рулем, потому что... Вот, в общем, ладно, пошли мы. Друзья, посмотрите, какое красивое место мы проходим. Такие, значит, домики, и в них вот люди отдыхают. Шашлыки вот жарят. Там рядом вот пляж, вот там вот далеко пляж, озеро. Ой, какое красивое место вообще. Смотрите. Классно, да? Вообще. Птички поют. Вообще суперская погода такая. Вот, в общем, это мы идем, друзья. Друзья, посмотрите, какое красивое место. Дуся, Дуся, идем. Смотрите, как красиво. Вообще. Наши. Гая, пошли. Пошли, Гая, пошли. Это Дуся. Вот, красавицы наши. Вот Лариса, он, Светик идет. Ой, запыхались все. Мы идем, еле ползем уже. Мы просто идем. Давайте вот. Бросимся в озеро. И поплывем. Все, в общем, идем. Все, да, друзья, ну что, вот у нас небольшой привалчик. Сейчас мы отдыхаем. И пойдем дальше, вглубь леса. Света вся в нирване, конкретно в нирване. Гайны. Ой, Гая пошла купаться. Я не понимаю, что от нее хотят. Собака. Да не, она сейчас начнет как-то. Нет, она не будет. Сушить себя. Она не слышит. Ну что, друзья, вот мы пришли, нашли хорошее местечко. Лариса здесь уже все организовывает, вот уже все постелила. Да, Света взяла салфетки влажные. Да, гигиенические. А у нас детские. Ладно. Ну, дети, да. Дети, а у нас ледниковый период. Мы, мама, умираем. Да. Вот, сейчас будем, в общем, здесь отдыхать. Да? Ну, наверное. Ну, да. Вот. В общем, ладно, друзья. Будем сейчас делать фотографии еще. Ну, да. Если Бог даст отдохнуть, значит... Ладненько, все. О, мы даже взяли... Посмотрите, что Дуся делает. Смотрите, что-то унюхала там. Дуся, кто там? Дуся, кто там? Кто там? Кто еще? Ты давай Дуся. Дуся, зачем роешь, Дуся? Девочки вот расселили, значит, уже здесь все. Покрывало вот. Иду, бегу, бегу. Светик, нам нужна твоя профессиональная помощь. Смотрите, девочки, как все придумали красиво. Мы не обращаем. Покрывало, принесли его все. О, Лариса, как красиво села. Сырая? Да, да ничего. Мне тебе сегодня всю ночь греть? Да. Язык с налетом. Вот, сейчас будем здесь лежать и отдыхать. И кушать тоже. Ляжет такой. Леса, поля. Это что за вода? Суета такая, суета, суета. О, цветики. Галя, Гася, как ее? Я забыл, как ее. Галине. Она не слышит тебя все равно. Есть какая-нибудь это? Друзья, уже сделали костер. Друзья, уже разожгли костер. Посмотрите, вот он горит. Красиво так горит. Сейчас будем скоро жарить шашлыки, сосиски. Девочки уже сидят. Налили винца. И что-то еще покрепче кому-то, там кому что. Вот. Друзья, мы ходили-ходили, и сыночка, и корька нашли. Да, пошли. Скажи. Смотрите, какой красивый. Это девочка. Ой-ой-ой. Думаю, могут они.
Какая классная девочка. Классная девочка. Мать, будешь водичку пить? Ну-ка, давай. Так пить хочешь, да? Так пить водичку хочешь. А то из речки она не пьет. Ну, естественно. Как она там? Там грязная вода. Грязная. Все? Все? Попила? Она какая-то вообще необычная. Ага. У них же карие, да, глазки или голубые? Ну, у всех по-разному. Как у людей, да, так интересно. Красотулька. У нас она сама по себе чудо необычное. Это точно. Друзья, ну что, поставили вот мы шашлык жариться на мангал. Такая вот у нас красивая курица с различными специями. Вот. Сидим, отдыхаем, в общем. Курица снимать, поели сосиски, а ты только помнишь. Друзья, ну что, вот мы еще сосиски пожарили на мангале. Вот Лариса, Иночка вот уже плита за обе щеки. Мы же что-то жрали, а вы нас только пожарили Дениски, но едим сами. Так что, Дениска, закрывай свою камеру, прощайся. И давай пока горячий. Бай-бай. Это уже как пить, да? Друзья, ну что, мы посидели, отдохнули хорошо очень. Накушались, да. Шашлык был очень вкусный, просто сосиски в тесте. Сосиски были тоже очень вкусные. Сейчас вот кто чем занимается, кто просто спит, отдыхает, просто вот контакт с землей. Кто просто там чем-то другим занимается, там я не знаю что-то. Мы вот решили пойти просто вот вокруг пруда пройтись. Сейчас я вам пруд покажу и просто поболтать. Вот, как-то так, друзья. Вот такой вот пруд большой очень. Вот мы решили обойти этот пруд, прогуляться и вот отдохнуть тоже. Там вон загорающие, смотри. А, да, смотри, я же не вижу. Вон там люди сидят тоже. Вообще людей здесь очень много, да? Угу. И с детьми. Вон там пляж, смотри. Там специальные батуты даже для детей. Ой. Вышка, с которой смотри, прыгать можно. Там вообще в топлес. О, фига себе, она работает. Смотри, я зову тебе. Угу. Он как играет. В общем, вот так вот. Пойдемте дальше. Да, друзья, посмотрите, какой красивый мостик мы нашли. Обходим пруд. Идем такие, а тут такой вот красивый мостик. Я говорю, Иночке, я говорю, давай я засниму тебя, как ты идешь красиво по этому мостику. Вот. Все умираем. Устали от природы. В общем, друзья, мы отдохнули очень хорошо. Все было вкусно и вообще красиво. Вот. Отдых подошел к концу. Сейчас разъезжаемся по домам.